случае, если он останется здесь, ты пытаешься связать руки, но они остались здесь, ты получишь. Тебе нельзя прийти. А ты уже входишь. То есть ты вошел, ты получил сразу. Значит что, для того, чтобы войти, нужно оборону противника смять. Сминается вниз на него. То есть что получается? Если мы, например, вот ты берешь руку, это бьет. Теперь я сюда это просто хватаешь эту руку, ты бьешь. Раз. Теперь опять это хватается. Это бьет. А теперь вариация какая? Что ты эту руку хватаешь, но не тянешь на себя, а тянешь вниз на меня. Вот что получилось. А это бьет в этот момент. Вот тут я уже ничего не могу сделать. Я завязал. Вот что используется. То есть, если ты не катаешься, опять будет идти сюда, опять это будет идти. Опять выше. Будешь хватать опять, даже ты это будешь перекрывать, вот этой рукой перекрывать эту руку. Видишь, ты перекрываешь эту руку для того, чтобы это ударить. Но здесь вот что получается. Уже поздно. Все. Значит, нужно использовать вход и полностью прижимать руки. Есть еще вариация какая? Это варианты есть такие, что, например, есть, ну, как,